Кверинал. Самый высокий из семи римских холмов, 61 метр, Кверинал получил название от стоявшего здесь в стародавние времена храма Кверино. Кверинальский дворец начал строиться в XVI веке на месте бывших терм Константина, как летняя резиденция пап, чтобы они, не покидая пределов вечного города, могли спасаться на обдуваемом ветрами высоком холме от невыносимой летней жары. В создании этого огромного комплекса принимали участие архитекторы Фонтана, Модерно, Бернини, центральный портал, Фуга. Роскошные залы дворца украшены замечательными росписями именитых мастеров – Гвидо Рейни и других, картинами и гобеленами. Сейчас в Кверинальском дворце находится резиденция президента Итальянской республики, проводятся важные заседания и церемонии, останавливаются высокие гости. Однако у холма есть и второе имя – Монте-Кавалло или Лошадиная гора. Оно происходит от украшающих площадь древних конных статуй диоскуров, легендарных близнецов Кастора и Поллукса. Авторство монументов приписывается Фидию и Проксителю, о чем свидетельствуют выбитые на пьедестале надписи. Хотя, скорее всего, это римские копии IV века с греческих оригиналов. Согласно иным источникам, в изваяниях запечатлены Александр Македонский и его отец Филипп. Другие же полагают, что это плоды состязания великих греческих скульпторов, каждый из которых на века воплотил в мраморе собственное представление о великом Александре Македонском, держащем за усцы своего легендарного коня Буцефала. В XVIII веке архитектор Антинори поставил в центр монумента египетский обелиск. Так в памятнике на Кверинальском холме Рима оказываются переплетенными воедино три древние культуры – египетская, греческая и римская. Площадь перед дворцом одновременно служит террасой Бельведера. Отсюда открывается прекрасный вид на Рим с его бесчисленными куполами, колокольнями, шпилями, зелеными террасами и черепичными крышами, уходящими вдаль до высящегося на горизонте купола собора Святого Петра. Особую прелесть панораме вечного города придают своеобразные очертания остроконечных кипарисов, которые обычно высаживались в местах захоронений, и римских пиний, своеобразной итальянской сосны с высоким стволом и раскидистой кроной.